Китай готовится к крупнейшему в мире слиянию двух государственных химических компаний Sinochem Group и ChemChina. Агентство Reuters сообщает, что если сделка состоится, то выручка объединенной структуры, которая будет заниматься производством химикатов, удобрений и нефти, достигнет около сотни миллиардов долларов. По данным агентства, обе госкомпании начали предварительную оценку своего финансового состояния в преддверии возможного слияния. Однако официальные представители пока не подтверждают информацию об объединении.